Сегодня среда, очередное утро в карантине, очередная прогулка вокруг дома. Время 11 утра, я решила сейчас пройти и вас возьму с собой прогульнуться, ну и что-то красивенькое показать, что греет душу, особенно когда у вас еще цветы не распустились, а у нас, посмотрите, какие красивые розы. Вот у этой розы аромата никакого. Вот шиповник красивый какой. Ну давайте, где красивые, что увижу, я вам покажу. Вот это как суккулент такой. Ну, надо руку подальше вытянуть. Сейчас я вам покажусь. Значит, моя утренняя рутина. Конечно, я не могу, чтобы самое первое, что я делаю, когда открываю глаза, я себя за это ненавижу, но я это делаю. Я лезу в социальные сети, проверяю почту, проверяю, читаю ваши комментарии, смотрю, что нового произошло. Это и так продолжается уже несколько лет, и я с этим ничего не могу поделать. Без имейлов жизнь невозможна, потому что все завязано на электронной почте. Все банковские операции, все пополнения. Пополнение счета. Я бы хотела, чтобы были только пополнения, но никуда не деться без расходных операций по оплате счетов, страховок, налогов, не говоря уже о шопинге. Ну, шопингом сейчас немножечко история потише, за исключением продуктов, расходов никаких нет. Ну, я еще не имею в виду счетов. Потому что счета по-прежнему приходят с регулярностью 100%. Ой, так тяжело камеру нести на вытянутой руке. Ну, может быть, это очередная зарядка. Так, значит, после интернета. Иду завариваю себе семь льна. И делаю теплую воду, которую я пью. У меня литровая бутылка, я воду пью из этой литровой бутылки, чтобы в течение дня видеть, что я две бутылки, ну приблизительно две, полтора-два литра выпиваю. Значит, пью теплую воду, выпиваю семя льна, пока оно заварится. Значит, между водой и семенем льна, надо, чтобы так немножечко тоже промежуточек был. После семени льна как минимум 15 минут нужно, чтобы переждать. Потом я принимаю салат. Принимаю, ем салат «Метелочка». Рецепт я вам дала и давал несколько раз назад. Молодец, Маша, ты узнала этот салат. Некоторые девчонки мне приятно знать. Маришка, по-моему, написала, что и говорит, я даже твою тёрку, эту электрическую, помню. Терку я купила лет 5, наверное, назад. Вот когда я говорю, я начала заниматься ПП, тогда худеть мне хотелось. Ну, хотелось и похуделась. И я не могла, у меня очень сильно болели плечи, сейчас получше. Но вот за столько лет, конечно, спорт и питание, вот плечи получше. Но вот камеру нести сейчас рука быстро устает. Я руку меняю, но тяжело. Ну, как на вытянутой руке. Палку надо, селфи. У нас была, но к этому телефону она не подходит. Так. Салат ем потом. После салата иногда я ем такие сухие бисквиты с соевым молоком. Иногда
творог, вот сегодня творог с йогуртом. Очень редко, может быть, два раза в год я ем яичницу. Ну, белок, и неплохо. Ну, на завтрак что-то никак мне такая белковая пища не лезет. Мне для моего организма, мой организм предпочитает молочную такую еду. Или хлопья какие-то кукурузные с молоком, с соевым молоком. Ну, обычное молоко я тоже очень редко ем, если раз или два в год. Ну, тоже чуть, наверное, привыкла как-то. Пару раз брала миндальный, но миндальный что-то мне не очень нравится. Ну, вода и вода. Ну, хотя... Так. Потом душ. Потом я сегодня сделала прямо в душе скраб быстренько из тюбика. Выжила. Вообще, вот времени немного занимает, чтобы за собой ухаживать. Ленимся. И это наша такая натура. Потом этим скрабом, даже мне кажется, щечки, потому что я без очков не вижу, румяные. Что значит отвыкла за две недели, даже вот сейчас и губы не покрасила. Ну и не надо мне губы красить, не надо. Скрабом вышла из душа, все чистенькое, свежее одела, настроение поднимается сразу. Сделала маску тоже. Нанести недолго. Одним пальцем из коробки раз намазал. На 15 минут завела таймер на кухне. Пока я полы протирала, пока загрузила стирку. Все, у меня уже 15 минут. 15 минут прошло. Все смыло, помазала. Наложила крем на лицо. Мажут, говорят, помазать для тех, для хейтеров. Как раз они же хейтеры сидят, ждут, что бы такое схейтерить, настроение в карантине себе поднять. Вот я прям, я еще вот такую курточку одела, но мне в ней жарковато, я ее вокруг пояса завязала. Надеюсь, вам слышно. Нет, не так видно. Ну, за мной тоже вон зелень немного. Впереди зелень, и сзади зелень, и вокруг зелень. Это вот Марунда Хайвей, скоростная дорога вот здесь. У нас скоростная дорога. И наши вот маленькие улочки в эту сторону. Так, ну вот, и сейчас, да, еще в одном шкафу, где мне тарелочки разобрала, то штук, наверное, такую стопку сантиметров 30, штук, наверное, 20 тарелок, которых вот такие, ну, такого размера, которым мы вообще не пользуемся. Они там лежат, место занимают, ну, чтобы Марк не орал, потому что он и не пользуется, но может его заклинить. Я их собрала сейчас в гора, под дом туда унесла, чтобы он не видел, надо их поглубже туда спрятать, они не нужны. Остальное все помыла, разложила. И сегодня тоже готовить буду вам кулинарные блюда. Ничего себе, девчонка, он прям в шортах. Вот не переключить мне, показать. Вот, смотрите, видите, прям в шортах убирается около дома. Что-то она делает. Она по сорняки болит. Ничего себе. По телефону разговаривает. Ну а что, правильно. У меня дом такой ухоженный. Смотрите. Вот. Так вообще не холодно. Ну вот в доме, старый дом из всех щелей. Ну как сказать, не щелей, но утепления нет нормального. И поэтому дом очень сильно остывает. Пока он нагреется, пока вот к обеду температура как на улице. Сейчас надо его сначала нагреть газом, ну, электричеством. А потом уже вот сейчас в обед, сейчас приду, все двери открою, окна, все это воздух освежу. Потому что этот придет, который дезинфекция ничего не понимает. Ой, начнется опять мне протирание рук,
бегание телефона, ключей. Хорошо, хоть он сейчас обувь у порога не научился снимать. Ну, что-то у меня сегодня так видео получилось, вместо того, чтобы природа... Ну, природа за мной вот есть. Так особо ничего вроде нет на мой. Мы уже этой дорогой с вами 100 раз ходили. Идем 101 раз. Что делать? Ветерочек такой. Астральный климат. Такой дом хороший здесь за забором. Да, лицо трогать не надо. Вот сейчас чувствую, так вспотел, но оно вспотел. Крем, маска на лице. Но руками трогать не надо. А вот сейчас покажу. Смотрите, это гам-3 молоденькие вот бубенчики. А потом они вырастут, будут большие такие. Вот, видите, какой хорошенький. Вот от все дерево тоже в таких вот бубенчиках. На полу много таких валяется. Ну что, прощаемся. Встретимся уже в кулинарном видео. В следующем. Эти маленькие видео я вам пишу. Кулинарные. Вот как красиво цветет. Вот это вот, по-моему, они называются вот крисмасовские ягоды. Какие-то вот на открытках они такие есть. Причем они, по-моему, колючие. Да. Здесь такие колючие шипы, колючки вот на ветках. Они должны быть. Надо очень аккуратным быть, такой кустарник. Ну все. Все, пока мои золотые. Пока дорогие. Мои дорогие, любимые, серебряные. Все на позитивной ноте. Поддерживаем друг друга с улыбками, с шутками. Не пересылайте, если вам присылают. Вот вчера мои девчонки из Пензы говорят, ой, такие друг другу рассылают страшные ссылки, сноски. Не пересылайте. Если вам прислали какую-то дурь, какую-то отрицательную, отвратительную ссылку, удаляйте и даже сами не читайте. Не вводите себя в панику и нас всех. Потому что фантазия у нас у всех работает. Сказки были, ну так и складывались. Из ничего один скажет, десятеро не поймут, перевернут. Вот уже это вам дом много раз показывал. Но еще раз покажу, какой красивый сад. Вчера он что-то здесь пилил у них, вот это. Мужчина, самоделки. Что-то он там строгал. Так что вот. Ничего отрицательного друг другу не передавайте. Потом будем вспоминать, как мы это все проходили, кто был прав, кто был неправ, отделайте оценки. Но это уже потом, когда переживем ситуацию. А пока надо... Вот сегодня хорошее настроение. Ага, вот я сейчас записываю видео, пока у меня сейчас так энергия. Я витамины выпила с утра. А вот бубенчики побольше. Вот я не знаю, меня Наташенька смотрит или нет, сестричка. Но ей некогда. Она у меня, солнышко, за мамой ухаживает, бегает, готовит, к дочери еду носит. Они сидят закрыты в карантине. Она жалеет их, старается, чтобы они не вышли. Ну, если, Наташенька, смотришь, привет, моя родная. Мы с тобой, конечно, перезваниваемся каждый день. Но вот тебе еще и привет из видео. Вот колокольчики для тебя и для... Всех, кто любит природу, всех, кому нравится природа, всех, кому интересно что-то посмотреть. Зеленые, положительные, свежий воздух. Вот, смотрите, сидя дома. Так что всем привет. У меня подружки разбросаны и виртуальные, и обычные по всему миру. Валюшка, привет из Португалии. Мы с ней перезваниваемся, рассказываем друг другу, какие новости. Иришка с Италии, Леночка в Италии. Ну, в Америке девчонки-блогеры, кто кого смотрю. И тех, кто мне нравится, с Ленинграда, с Москвы. В общем, настроение, кто нам поднимает. Всем привет, девочки. Осенний, такой теплый, зеленый привет из Мельбурна. Все, до встречи. Муа!